Радио «Югра». «Югра». Главное окружное радио. Доброе утро! Еще Уинстон Черчилль говорил: самый хороший день начинается с радио «Югра». Именно так мы начинаем. Именно так он и говорил. Да, именно так мы с Мариной начинаем свой день со включения с радио «Югра». Даша и Паша, привет! Не хватит. И вот вижу прекрасные лица. Это наши. Вот видят нас. И Марину, и Никиту вижу. Привет, ребята! Доброе утро! Привет! Утро. Напоминаю всем тем, кто вдруг нечаянно забыл, мы же каждое утро встречаемся в теле- и радиоэфире с ведущими утреннего канала, утреннего телеканала «Югра». «Югра», программа с 7 до 10. Марина Гуляева, Никита Мусатов, привет. Привет. Добрейший утро. Кстати, день рождения Деда Мороза сегодня отмечается. Никит, ты уже точно знаешь, что будешь просить у него? А я думала, что ты будешь дарить. Нет, поскольку иногда я открою тайну, надеюсь, мои дети не смотрят сейчас телевизор, я сам иногда Дед Мороз, поэтому... Так. Да, я знаю, что я буду дарить себе. Ты приходишь к себе в дом. Какой ты вообще не романтик, Никита. В нарядном костюме. И тебя никто не узнает? Нет. Это удивительно. Подождите, ну подождите, Никита, почему я думала, что все время, когда тебя вижу, думаю, что ты такой романтик, что ты вот такой вот верящий в чудеса, а ты у меня всегда сам Дед Мороз. Ну что это такое? Я сам себе Дед Мороз. Я верил в чудеса до определенных пор. Ну не знаю. Но вот, к сожалению, суровые времена. Ну слушайте, а меня вообще очень часто, мне очень часто люди предлагают побыть Снегурочкой. Я вот думаю, а может быть, стоит попробовать? Марина, это прекрасная прибавка к зарплате. Я это тебе хочу точно сказать, сказал, что пенсии. Это... Проверено годами. Прибавка немного волшебства в жизни. Просто подумала об этом, думаю, Снегурочке сколько лет? Наверное, уже и пенсия. Слушай, а мы-то сегодня вообще не про это. По поводу вот всяческого возраста и всего вообще не про это. Мы о грустном. Мы правда, зачем? Нет, ну, комплексы не всегда грустные. Послушай, комплексы бывают иногда такие, что... Если спортивные, то... Так, мы что-то интересненькое. Будем говорить сегодня про комплексы. Сегодня в 8 часов утра в студии у нас появится психолог Светлана Зайкова. Мы будем очень подробно разбирать комплексы человека. У всех они есть совершенно точно. Тот человек, который говорит, что у него нет комплексов, оказывается, для меня это было откровение, а оказывается, у него их больше всего, просто он их не признает. Как с этим бороться? Надо ли бороться? Как распознать в себе комплексы? Нет. Мы будем об этом говорить в 8 часов утра. Вы мне скажите, есть ли у вас комплексы? Ну, только по чесноку. Вот комплексов нет только у Ольги Бузовой. По-моему, у меня есть комплексы. Я согласна с Никитой, конечно, есть. У многих есть комплекс Ольги Бузовой. Но мне кажется, самое главное в этой ситуации, это немножко подшучивать над ними, над самим собой. И тогда, в принципе, ты это все знаешь. Самые главные комплексы у нашей страны, это ракетно-зенитные комплексы. Ой, какой ты молодец. Шутки за 300, Никит. Прям вот ты знаешь. Как раз, да, С-300. Браво. Я готовился. Грех не похлопать. Конечно. Прямо молодец. Мы выясняем сегодня у югорчан, есть ли у вас комплексы. +7 950 510 66 66 Номер для ваших сообщений в Вайбер, Ватсап, Инстаграм, Радио Югра, группа ВКонтакте, Радио Югра. Везде можно оставить комментарии, везде можно проголосовать. Ну и, конечно, не забудьте принять участие в разговоре со Светланой Зайковой. Но подробнее об этом мы расскажем чуть-чуточку попозже. Спасибо вам, Никита и Марина. Ребята, потрясающий, и спокойный разговор. Особенно последняя шутка Никиты. Молодец. Запишите куда-нибудь. Пока. Пока-пока. Хорошего эфира. Пока-пока.